Люба, здравствуйте, приветствую вас. Как меня видно, как слышно? О, вас плохо слышно. Сделайте, пожалуйста, звук погромче. Ну, немножко, как будто не чуть-чуть. Я у себя уже на полной сделала. Немножко, еще погромче можно. На всю полную? А там ничто не закрывает микрофон? Да, так лучше. Да. Так, Люба, вы у меня первый раз или уже были? Первый. Первый, да? Я все прям. Ну, понятно. Так, смотрите, вы мне ничего рассказывать не будете, будете задавать только вопросы. Ну, с чем вы ко мне пришли, да? Если спрашиваете про кого-то, называете имя человека, ну, или там какое-то там дело, или что-то, название и вопрос. Чтобы я знала, мне нужно суть всегда знать. Я, если не вижу сути, не знаю, про кого спрашивают, я ничего не вижу, понимаете? Потому что я не Господь Бог, я не знаю, мне нужно четко. Если я вас о чем-то спрашиваю, когда я спрашиваю, я уже чувствую, знаю и вижу. И мне просто нужно подтверждение, так это или нет. Потому что часто бывает, когда информация не идет, и мне специально показывают неправильно, чтобы я человека не принимала. Понимаете, такое бывает, потому что не всех можно смотреть. Потому что люди думают, если ты пришла, обратилась, значит, тебя 100% посмотрят. Нет. Есть сила, которая не пускает, чтобы... А бывает так часто, например, когда человек должен жить своим умом, а не подсказкой мастера, поэтому я могу навредить информацией, понимаете? Поэтому давайте будем вас смотреть, руки-ноги не скрещивайте, максимально будьте расслаблены, хорошо? Любовь, 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 Люба, да, Люба, 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 дайте, 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 дайте мне, дайте мне, дайте мне. Вы сейчас не в городе живете? Это как за городом или маленький городочек, очень маленький? Вам, конечно, там дискомфортно, но как будто это безвыходная ситуация, и она вам сейчас нужна. Дайте, 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 дайте мне, дайте, 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 откройте мне, откройте, откройте. Сына родили? Да. Отлично. А дочь? Отлично. Ты же моя солнышко. Миссию свою выполняем. Еще. Кто у вас в роду? Есть, я не знаю, мертвый, не мертвый, пока не понять не могу. Кто у вас в роду? Есть преподаватели, учители? Скажите, пожалуйста, кстати, если будет связь пропадать, вы переспрашивайте, не стесняйтесь. Кто у вас есть в роду, я не знаю, только мертвый, не мертвый, пока понять не могу. Учителя, преподаватели. Не могу сказать, не помню сейчас. Потом спросите тогда, кто из ваших, потому что что-то такое тут идет, тянется, не могу понять. А кто есть к Любе, выйдите ко мне, пожалуйста. Кто есть ко мне к Любе, к Любе выйдите, не ко мне, к Любе выйдите, пожалуйста. А вы недалеко возле кладбища живете. Вы там мимо как будто проходите с ребенком. Под ручку, за ручку мимо проходите этого кладбища. И куда-то вам прямо-прямо идти надо как будто. Дорога такая. И за вот этой решеткой, там решетка идет, обгорожена решеткой. Решетка, решетка, решетка. И там дальше кладбище. То есть там не забор такой, а забор как в решетке идет. Черная решетка. Там проходите. А с чем она ко мне пришла? Личная жизнь сейчас будет спрашивать. А еще с чем? На работе тоже дела плохо, чуть не очень. Все, только с двумя вопросами пришла. Но детей я не буду, детей смотреть. Мне нельзя детей, подростков смотреть. Предупреждаю сразу, чтобы отпадал вопрос. Потому что они мне уже тут говорят, она про детей тоже хочет знать. Я не могу, у меня нет права детей смотреть. Так, Люба, давай, поехали, вопрос. Дмитрием. Угу.
Думаю, сейчас санем и смотри на меня. У него темный волос, у тебя светлый русый, а у него темнее. У него светлый цвет глаз. Дмитрий, 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 Дмитрий. Так, секундочку. А теперь скажи мне, пожалуйста, мужчина очень коротко постриженный. Короткая-короткая стрижка, русый цвет волос, светлый цвет глаз. Это Дмитрий? Это Дмитрий. А теперь мне тебя бывшего еще показывают. Мужчина крепкий такой, старше тебя, черный. Ну, не черно, темно-темно. Такой каштановый цвет волос. Может быть, темно-синий цвет глаз или карий. Если волос, а он не коротко, он не стрижется, у него волосы как волну дают. Вот этот фантом у тебя очень хорошо прямо здесь тоже выходит. На тебя вот эти два мужчины идут. Если захочешь про бывшего посмотреть, скажу. Очень хорошо идет. Так, так, слышно меня сейчас? Неинтересно, окей. Так, покажите мне только вот этого красавчика, вот этого Дмитрия красавчика. Дайте мне этого мальчика. Этого мальчика. Угу. Хороший, хороший. Симпатичный такой. А можно такой вопрос? Он случайно тебя не моложе? Нет, наоборот, старше. Старше? Ну, выглядит хорошо для своих лет. Молодец, молодец. Это вот из той категории мужчин, который за собой следит. Здоровый образ питания, здоровый образ жизни, где-то там спорт, что-то там, подтянушки какие-то где-то на гантелях. То есть это такое, хороший, хорошая энергетика. Нравится, хороший. Это не то, что бывший муж, это лучше, это лучше. Вот если даже скажешь, Ян, я променяла бывшего на этого, ну молодец. Но я бы сказала бы тебе, молодец, что променяла. Тот бывший у него такой, знаешь, ему какой здоровый образ жизни. Он пончики, помпушки, полежать, поспать, лишь бы на работу не ходить. Да, да, диванчик любимый, пивасик и футболчик, что-то такое, знаешь, это лучше. Михаил, покажите, дайте, 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 дайте. Кто у нас Дмитрий? У него есть проблемы с работой какие-то. У него что-то там его волнует, вопросы по работе. Как будто он что-то там не справляется, то лишь с работой что-то не то. Как он видит Любу, его отношение к Любе. Да, да. Так. Теперь у меня такой вопрос. Вы находитесь на расстоянии. Вы познакомились через интернет или нет? Нет. Но расстояние между вами есть. Сейчас расстояние есть. Ага. Ну, потому что ты очень сильно его тянешь, он к тебе очень сильно привязан, он без тебя не может. Тогда такой вопрос. А ну-ка покажите, духи ангела-хранителя. А почему? Почему он там с головной болью? Что у него там происходит? А можно такой вопрос? Он случайно не на СВО? А с кем у него есть вот такие проблемы? С кем он там воюет? Это на работе? Да? Потому что он очень прям как будто такое ощущение, как будто его отправили куда-то, чтобы он там что-то доказывал, завоевывал, побеждал. Он король мечовый идет. Поэтому я спросила, посмотри, видишь, что здесь происходит? Битва. Нет, я его как бы... И он, смотри, какой на данный момент с головной болью.
Понимаешь, он стоит с головной болью. У него голова болит от того, что происходит. Поэтому у меня первое, что пошло, что-то у него там проблемы какие-то есть на работе. А здесь еще, видишь, ты говоришь, у него с бывшей там. Мне кажется, у него на работе еще что-то. С коллегами, может быть, с кем-то. Он там король мечовый, может быть, это его начальник, который мозги ему компостирует каждый день. Его заставляет. Он там весь на нервах, голова болит. Он думает, блин, ничего не хочу уже делать, хочу уйти с работы там. Какие-то мысли. У него вот ситуация сейчас сложная. Есть будущее, Дмитрий и любовь. Есть ли у них будущее? Дайте мне. Дайте. Еще. А можно такой вопрос? От твоего дома до его дома. Сколько время часов занимает, чтобы доехать? От часу до трех? Тогда такой вопрос. Кто из вас приезжий? Ты приезжал. Он точно не приезжий? То есть он прям вот там, где родился, там и пригодился, да? Да. А ты не собираешься назад ехать, возвращаться? Нет. Точно. Туда нет. А еще такой... А, нет, подожди. Что-то мне это пока не склеивается, но сейчас я посмотрю, что это. Что это? Не могу понять. А у вас, у двоих был такой разговор, что вот если мы будем сойдемся вместе, вы оба куда-то переедете? Вот. Потому что я не могу из этого, от этой темы избавиться. Здесь идет переезд и переезд. Переезд. Духи ангелы-хранители, покажите, дайте. Еще знаешь, почему я об этом тебе говорю? Потому что он об этом тоже знает. Ты ему что-то говорила. У вас или вместе общая тема о переезде была, или ты ему что-то говорила, переезд, о дороге. Или он тебе что-то говорил, потому что это крутится. Откройте. Дмитрий и Люба, их отношения до конца 24 года, их отношения до конца 25 года, их отношения до конца 26 года, их отношения до конца 27 года. Ангелы-хранители, покажите мне, пожалуйста, есть ли у Дмитрия еще какая-либо другая женщина, с кем он строит отношения, встречается, видится. Дайте мне, кто у него еще есть, как он ее видит, его отношение к ней. А, у него с бывшей женщиной, с которой он жил, женой, так скажем, да, там остался ребенок, он должен алименты? Все есть. Дайте. А там есть будущее. Дмитрий, та женщина. Еще. Их отношения до конца 24 года. Их отношения до конца 25 года, их отношения до конца 26 года, их отношения до конца 27 года.
Вот смотри. Сейчас, секунду. Духи ангелы-хранители, покажите, дайте, 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 дайте мне, дайте, откройте, 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 откройте мне. Дайте мне мысли почитать Дмитрия. Он вообще Любу рассматривает как женщину, с которой хочет серьезных отношений, брака, семьи, детей, дом. Им вообще официальный брак идет. Дмитрий и Люба. Им вообще официальный брак идет. Вот смотри. Дмитрий очень сложный. Это просто трэш. А знаешь, почему сложный? Потому что сейчас жизненная ситуация, в которой он находится, она не из легких для мужчин такого, ну, такого вида, как он, образа такого, как он. Потому что ему сейчас очень тяжело вообще зарабатывать деньги. Он должен этой бывшей алименты или там что-то. Там они вместе не будут. В ближайшие 4 года это 100%. Они не будут как пара. Может быть, она их хочет, но где-то она как женщина не может себе устроить свою личную жизнь. Она, может быть, и хочет его как мужчину, чтобы он вернулся к ней. Он не хочет. Он не хочет, потому что он для себя уже все понял, он разочаровался. Эта женщина всегда была для него чужой. Эта женщина была для него всегда какая-то загадочная, закрытая, непонятная, депрессивная. То есть, короче, какая-то вообще скуку такая немножко. Такое ощущение, как будто он уже с ней дошел до точки, когда человек уже четко понимает, что надо уходить. Он сделал этот рывок, ушел от нее и назад возвращаться не будет. Он может с ней как бы ради ребенка поддерживать отношения, не более того. Теперь, что с тобой? Какие сложные отношения-то у вас? Какие у вас сложные отношения? Это просто капец. Вы общий язык просто не можете найти вообще. Такое ощущение, что он вообще очень легко ранимый. Ему слова не скажи, он в ежика превращается. Как же так? Его там обидели, его там что-то не то сказали, его не поняли. Батюшки ты, боже мой, что такой ранимый-то? Прям хочется валерьяночки ему каждый раз капать, чтобы у него, да, проблем не было с психикой. Дело в том, что этот мужчина не хочет, чтобы его загоняли в угол, ставили ему ультиматумы и говорили, или ты на мне женишься, или давай до свидания. Он этого не хочет слышать. Он сейчас на первое место ставит карьеру. Не семью, не тебя, а карьеру. У него такая работа, связанная с тем, чтобы помогать людям. И от него люди зависят. И он прекрасно знает, сколько он дает, столько он получает. Он профессионал своего дела и хочет в карьере подняться очень высоко. Хочет открыть, может быть, свой бизнес, расширять в интернете свое дело, чтобы его все знали, ему писали, и деньги хорошие зарабатывать хочет человек. Он, вот если ты сейчас поставишь дул пистолета и скажешь, я тебя сейчас пристрелю или утром пойдем в ЗАГС, он скажет, лучше пристрели. Знаешь почему? Потому что он в этом, в разводе, в браке в этом погорел очень сильно. Он второй раз погореть больше не хочет. Он теперь, чтобы жениться снова, господи, а бедная его женщина будущая, наверное, и ты, должна с ним пройти огонь и воду и медные трубы, понимаешь? С ним должна пуд один соли съесть, там, я не знаю, кусок хлеба с ним попробовать сухой. И потом, если он поймет, что она моя судьба, тогда я на тебе женюсь. Кто такое выдержит, я не знаю. Какая женщина такое выдержит, я не знаю. Но и в принципе ему сейчас по барабану, кто может вообще его выдержать. Ему вообще наплевать, потому что он на первое место ставит свою карьеру. Ему нужна его работа, работа, еще раз работа. Понимаешь? Как говорил великий Ленин. Как учиться, учиться, а у этого работать, работать, работать. Потому что я так предполагаю,
что, уходя от бывшей, он, наверное, там ей все оставил. Теперь она его поставила, поставила его на алименты, и ему теперь надо зарабатывать деньги, никуда он теперь не денется. А так как у него сложно, у него там проблемы по работе, я это сказала, у него проблемы с начальством, и понятно, что зарплаты ему как бы не хватает, что ему делать? Ну, надо как-то выкручиваться, надо как-то выкручиваться. Это во-первых. Во-вторых, ой, господи, вот он, видишь, он красавчик, он высокого о себе мнения, да? Я даже сказала, что моложе тебя. Ты говоришь, нет, он старше. Блин, он теперь будет делать все, чтобы подольше оставаться молодым, таким красавчиком, да? И ждать свою Дульсинею, вот это вот, как, понимаешь, Санчо Пансо, вот это вот, Дон Кихот ждет свою Дульсинею. Он теперь ждет свою Дульсинею. А ты на него так будешь смотреть и думать, ой, дура, ой, дура, Дульсинея, я твоя. Дим, я твоя Дульсинея уже, успокойся, сядь уже на место, пошли завтра, да, в ЗАГС. А ему нет, ему вот, подожди, я должен, да, еще найти, может быть, там Софи Лорен какую-то. Я же развелся только. А уже есть как год-полтора, как он развелся, или еще нету? Нет, они в процессе. А, в процессе. Да. Вот смотри, еще должен пройти год-полтора, и через год-полтора он немножко в себя придет, потому что этот будет год-полтора самый такой тяжелый для него. Самый тяжелый для него. Кстати, я сейчас понимаю, почему здесь он бьется. Я почему-то подумал, что, наверное, в СВО находится он. Ты говоришь, нет, это своей бывшей. Наверное, он там бьется, пытаясь что-то свое себе забрать, потому что такое ощущение, как будто она у него там все отсуживает уже, понимаешь? Отсуживает, у него башня, потому что он по башне бьется, вот, по башне там, все, там, там у них на две части квартира или недвижимость. Поэтому тебе смотри, он из твоей жизни никуда не уйдет. Люба, он из твоей жизни никуда не уйдет, он тебе еще кровь будет пить, готовься. Он еще будет пить тебе кровь, будет, никуда ты не денешься, будет пить. А он такой, понимаешь, он такой, ты такого себе выбрала. Что интересно, в этом году в отношениях ты будешь императрица. Если у тебя будет интим с ним в этом году, готовься на беременность. Императрица – это женщина рожающая. Поэтому, если ты хочешь еще одного ребенка, готовься. Я тебя предупреждаю просто. Следующий год – это год каких-то, знаешь, претензий друг к другу. Он тебе там что-то претензии, ты к нему там, ну, в общем, какие-то холодные претензии, претензионные какие-то отношения друг к другу. 26-й год – вы оба закроетесь. Он там со своими, своей работой закроется. Ты его тоже к нему в жизнь лезть не будешь. Потом 27-й год – вас опять судьба будет сводить, потому что вам все-таки притираться надо. Понимаешь? Ну, вот видишь, да, потому что у него позиция, знаешь, какая? А я во второй брак не спешу. Я еще хочу найти себе этот, Дульсинею, понимаешь, Тобольскую. Я Дон Кихот. Меня ждут великие дела. Ему еще Санчо Пансу только найти рядом и все. Я не знаю, Люб, как-то так. Я не могу тебе сказать, что ты выйдешь за него замуж. И вообще не Господь Бог, но дальше 4 лет я вообще не хочу дальше что там смотреть. Что будет, это уже да, это дальше надо смотреть. Но вот ближайшие 4 года я брака официального не вижу. Причем тут он не хочет брака. Поэтому я спросил, полтора года хотя бы есть, как он развелся? Ты говоришь, нет, он еще в процессе. Так естественно, он еще полтора года должно будет пройти, чтобы он немножко очухался и пришел в себя. Он сейчас вообще никакого брака ничего не хочет. И здесь еще тема, помнишь, я тебя спрашивала, кто из вас, какая дорога здесь, какая-то дорога. Он об этой дороге еще думает. Может быть, еще, знаешь, он на тебя как бы не смотрит на тебя серьезно пока на данный момент. Ты есть в его жизни? И есть, ну как бы неплохо. Но серьезно никаких ставок он на тебя как бы не ставит, потому что он... Ну здесь такая мысль, что ты, может быть, уедешь куда-то. Может быть, ты сегодня есть, тебя завтра нету. Ну какие-то вот такие мысли он... Спрашивай, что ты хочешь конкретно про него? Спроси, я сейчас тебе дам точный ответ. Про него именно? Ну, мне, есть еще вопросы? Давай другие, сейчас просто я сейчас соберу. Если у тебя про него уже все, я сейчас собираю просто. Все, отлично. Да. Причем он свою жену
думать, что она ведьма, понимаешь? Да, он думает, что она ведьма. Причем он считает, что в их взаимоотношениях виновата ее мама. Ее мама виновата, понимаешь? Что она во всем та же виновата, что она сама ведьма, мать ей тоже такая же, понимаешь? Ну, то есть у него тут свое такое видение. Такое видение. Давай, поехали. Дядя, подожди секунду, у тебя дядя мертвый? Вот он мне говорит, он говорит, я здесь дядя ее пришел. Володя или Коля, я не знаю, что это такое. Владимир, здесь я, значит. Владимир, иди сюда, будешь мне помогать? Что ты так поздно пришел, когда я всех тебя созывал? Ты почему не приходил? Я, говорит, не слышал. Прекрасно просто, меня все слышат, только не ты. Владимир. У тебя мальчишка болеет? Кашляет, насморк, сопли, что-то такое. Переболели. Переболели, следи за ним дальше, потому что он еще не полностью тебя выздоровел. Сейчас он мне передает здесь. Я тебе передаю. Ты меня слышишь? Да. Все, да. Имей в виду, что ты на это усекла. Потому что у тебя, у него еще осталось, а ты еще не выздоровел. Он еще не выздоровел у тебя, понимаешь? Вот эта жена, которая осталась у него, это жена, я полагаю, да? Она тоже чем-то болеет. Скажи, пускай у нее хронические проблемы, она на себя забивает. Пусть она тоже или обследуется, или за собой тоже следит. Передай ей. Хорошо. А Кирюша кто такой? Кирюша есть? Илюша, Кирюша, кто такие? Илюша племянник сейчас. А что Илюша, ну? Куда вы, на какие секции отдаете его? Репетитору отдают. Он говорит, пусть поаккуратнее будет с этим репетитором. Вот я тоже, что его передает мне, я тебе передаю. Он говорит, ему не нравится просто. Куда вы там отдаете его? На какие репетирства там отдаю? Или репетитора меняете? Или проследите, что он чем занимается? Он не репетитор, уходит. А пойдет он? Еще у вас там и в роду есть? Я не могу понять, просто имя уже не понимаю. У вас там в роду есть мальчишка, один подросток, боится, что вы на войну отправят. Пусть не боятся. Он говорит, пусть не боятся. Даже если отправят, пусть, говорит, не боятся. Такой, ну, парень, он лет 24-25, это вот так он мне их сейчас передает. Такой темневолосенький мальчишка у вас в роду сейчас есть живой, боятся, что отправят его на СВО. Пусть, говорит, не боятся, мне сейчас передают, пусть не боятся. Скажи, за ним дядьки его стоят покойные, пусть не боится, ничего ему не будет. Вот так прям перед дядьки говорит, скажи ему, пускай за ним дядьки стоят его покойные, пусть не боится. Там кто плановый дом строит, перестраивает? Займутся опять. Опять стройка будет продолжаться. Поняла? Там кто-то дом у вас делает плановый. Или строит, или перестраивает. А он говорит, опять займутся. Это у тебя, он говорит? Да ты что? Вот он мне говорит, передавай, говорит, ей. Опять займется, опять продолжать будете. Три показывает. Три. Не знаю, три. Или 3 месяца, или 3 года, 3 показывает на тебя, вот так, покажи ей. Мам, себе хочешь забрать. А получится? Мам, себе хочешь забрать. Она не хочет. Давай, я не верю. Все уже, все. Я уже все, я отключаю. Давай, поехали. Вопрос. Во-первых, будут ли в моей жизни еще хорошие мужчины с перспективой в дальнейшем создать крепкую семью? Володь, мужик появится. У Любы мужик появится.
Дмитрий, это третий мужик в твоей жизни? Он мне сказал, третий, последний у тебя будет. Я поэтому спрашиваю, Дмитрий, это последний у тебя или нет? У тебя третий будет, последний. Три у тебя, вот последний будет третий. Там, где ты живешь, в твоем городе есть фабрика. Фабрика или завод? Ты про эту фабрику, завод знаешь. Большое помещение, большой ангар. Мужик будет оттуда. Там возле этого ангара есть остановка. С этой остановки он слазит и идет на работу к себе. Этот мужик будет оттуда. Слышь меня? Ты поняла, что я говорю? Он мне прям показывает. Этот ангар находится большой, фабрика, как завод, такой ангар, такого серебристого металлического цвета, как будто издалека смотришь, как будто как на аэропорт что-то похоже. И там металлическая такие сетка ограждений, чтобы не тогда просто так не подойдешь, так шлагбаум. И прям находится возле большой, как трассы дороги, и возле этой трассы стоит остановка стоит, прям рядом. Все оттуда восходят, прямо на этот ангар, на этот, вот этот, на этот завод. Но я не знаю, что это мне не показывают. Я туда зайти не могу. Я возле этой остановки стою, он мне прям показывает ее. Там летом очень красиво, светло, деревьев нету, как на пустыре прям каком-то та же стоит этот завод-фабрика. А что это за фабрика? А он только строится. Ну вот готовься. Вот мужик у тебя с этого завода будет. Понимаешь? Вот он мне что передает, говорит, с этого завода, говорит, идет ей мужик. Он с этой остановки будет спускаться и вот туда будет идти. Ты, я не знаю, посмотри, это остановка прямо возле этого ангара стоит. Вот это возле завода. А что за завод ты не знаешь, да? Это я тоже не знаю. Володь, а что за завод там делают? Мыльный завод, что ли? Подожди, я сейчас свечку тебе включу. А что за завод делают, Володь? Какая тебе разница? Ну как какая разница? Мне же интересно. Ты мне все показываешь, а этот завод мне не показываешь. Чё? Жалко завод мне, что ли? Я тебе показываю. Ну я название хотела же знать. Что за завод там? Там все будет, говорит. Он не по одной части этот завод. Он будет выпускать много всего вещей, он мне говорит. Много всего вещей. Может, и как замыльный, мыльный, что-то, но я не знаю, что такое может быть, как вот для чего-то он, да? Вот не по одной части, а вот несколько чего-то там будет выпускаться. Там найдет она, встретит она. А ну-ка, дай мне. А мужчина какой будет? Хороший? И хороший нужен. Хороший и нужен. А да что, Дмитрий не подходит? Дмитрий говорит, мурыжить ей мозги будет, мурыжить. А почему он мурыжит ей мозги? А потому что он не готов, он не хочет он. Он вообще же не хочет, то, что я правильно сказала, он вообще не хочет. Или он только ее не хочет. Она ему не по 100% подходит, он ее прекрасно чувствует. Поэтому добро тебе на это не дает. Это то, что я говорила же, правильно? А к чему он себе? Он вообще, говорит, не хочет пока жениться. Ему не надо это. А что, издеваться вот так надо, да? Ему над Любой издеваться. Она сама позволяет. Люба, ты сама позволяешь. Понимаешь? То, что он тебе говорит, ты намного закрываешь глаза и тебе нормально. Вот надо в следующий раз он что-нибудь напишет, я скажу, знаешь что? Давай сделаем так. Вот ты разведись. Если я тебе нужна, вот тогда пиши мне. А здесь я тебе не этот, не спасательный тебе круг, я для тебя не психолог. А какой мужик появится, Люба? Какой мужик у Любы появится? Хороший. Домовитый. Она же домовитого хочет. Свой участок. На свой участок. Мужика на свой участок. Чтоб большой ей сделал подвал. Она же любит закрутки. У тебя будет внизу подвал большой, мне показывает. Цоколь будет высокий у тебя. Нормальный цоколь, хороший будет. Покажите, дайте, Люба, дайте. Откройте мне ее. Еще. Еще. Герань поливаешь? Какую там герань ты поливаешь?
Не герань поливаешь? Интересно. А мама живет недалеко возле поликлиники и никак туда не пойдет. А что, надо маме идти? А у мамы все время на себя нету. У тебя мама дома кошку, что ли, кормит? Кошку блюдце внизу стоит. Прям энергетика такая, прям как будто внизу. Мне показывают внизу. А маме нужно кого-то кормить всегда внизу. Или собачку, или кошку пускай заведет. Ей надо кого-то кормить. Вот блюдце, чтобы внизу стояло. Вот блюдце до сих пор у нее стоит там. Надо. Есть людям, которым подходит энергетика животное, они должны иметь и держать. А есть, которым не подходит, им держать нельзя. По-разному бывает. Ты знаешь, у тебя сейчас на данный момент есть сложности тоже на работе. Есть сложности на работе. Где какая-то неопределенность на работе. Не все тебя устраивает, ты просто как, знаешь, ну, подстраиваешься на данный момент, потому что выхода нету. А, и коллектив ничего твой тоже не нравится, коллектив не нравится. У тебя такая работа, это бумаги, документы, юриспруденция, работа с металлом, там, где техника, электроника, компьютер, электричество или работа в медицине. Ты должна помогать людям, у тебя дар помогать людям, ты должна помогать людям в своей профессии. Понимаешь? Должна помогать людям. Духи, ангелы-хранители, покажите, пожалуйста, у Любы будет мужчина в 24-м году, в 25-м году, в 26-м году, в 27-м году. Он мне говорит, скажи в течение 3 лет. Скажи ей в течение 3 лет. Вот я тебе говорю, в течение 3 лет. У тебя в этом году будет выбор. Или Дмитрий, или кто-то еще. Уже в этом году у тебя, ты будешь на выборе стоять. У тебя на следующий год идет колесница. Помнишь, я тебя сейчас долдычила здесь, понять не могу. Колесница, так, куда ты собираешься? Ты говоришь, да я не собираюсь. Так, он на расстоянии, ты говоришь, да не расстояние. Вот у тебя здесь опять выходит эта колесница. Ты на следующий год или куда-то поедешь, или же при дороге встретишься, познакомишься. Ну вот видишь, как у тебя идет. У тебя есть шансы познакомиться с мужчиной в ближайшие 3 года. Не надо на этого Дмитрия молиться. Ладно, Люб, не надо. Я не могу сказать, что он идеально тебе подходит. Стоит его. Да, он красивый. Я ж прям тоже чуть не влюбилась прям. Красивый, симпатичный, как молодой прям. Вот, ну, озорной. То есть, ну, но то, что я здесь видела по картам, его отношения, его суть, там, какой он, это что-то мне не нравится, этот человек. Понимаешь? Красивая обертка. А начинка мне его не нравится. Поэтому не надо на него молиться, не надо ждать вот так вот, когда свет в окошке появится он. У тебя будет выбор. Ты будешь выбирать. Если у тебя здесь идет дорога на следующий год, или ты куда-то собираешься, не сиди дома. Не сиди дома, мужчина сам к тебе... Вот, у этой остановки стой. У этой остановки... Я не шучу, вот ты смеешься. А я серьезно говорю, вот он не показывал что? Прям, знаешь, причем эта остановка, вот когда едешь по правой стороне, она прям с правой стороны, и прям сзади нее вот этот строится завод, прям стой на этой остановке, сядь там, там, кстати, есть место, где сидеть, сядь и смотри, какие автобусы спускаются, какие мужики туда идут, поняла? Ты можешь встретиться, вот, поэтому я тебе говорю, это не просто так, ты можешь познакомиться там с мужчиной, а может даже устроишься на работу. И с мужчиной познакомишься. Почему нет? Все может быть, даже в этом году. У тебя шансы есть. У тебя и с ним, с Дмитрием выходило, что ты императрица. Часто выходят на тебя влюбленные. Ой, ты можешь даже в этом году с мужчиной оказаться, понимаешь, рядом с хорошим. И забеременеть, и ребенка родить. Поэтому тут все возможно. Тут все возможно. На этом Дмитрия, понимаешь, не надо только ему вот... Ждать его и все для него. Нет, он тебе идеально не подходит. М-м. Потом правильно говорит, мурыжить будет. И я тоже увижу, что он тебя мурыжить будет. Владимир, ты здесь? Я тебя не слышу. Все.
Его нету. Люба, вопросы остались? У нас уже время? Если можно, один... Давай, давай, в темпе вальса, давай. Сестра Татьяна у нас есть. Будет ли искать пути примирения со мной и с мамой? Татьяна. Она тебя старше. А характер у нее отцовский. А у тебя материнский характер. А у нее отцовский. У тебя отец, знаешь, какой был? Упертый, извини, как баран. Если он что-то стоит, на своем так и стоит. А мама у тебя более лояльная. Вот ты как мама пошла, а сестра у тебя такая же упертая. Причем даже если она понимает прекрасно, что она не права, она все равно будет стоять на своем. Это вот прям отцовский характер. И как отец говорил, как я сказал... Так и будет. И твоя сестра точно такая же. Вот я как сказала, вот так и будет. Все. Володь, иди сюда ко мне. Вы сами виноваты. Всю жизнь потакаете ей. Вот и получаете. Поняла, что он говорит? Вот. А теперь это как-то можно поменять, Володь? Как-то поменять можно? Как поменяешь? Я не знаю, вот она поэтому спрашивает. Примирение будет? Она у тебя всегда будет авторитарная. Всегда будет она в семье авторитарная. Подожди, я на картах посмотрю. Потому что он мне говорит нет. Он мне говорит нет, она всегда будет авторитарная. У Татьяны есть проблемы с ногой, с правой? Возможно. Как будто она немножко ее мучает, эта правая нога. То ли она и хромает на нее, то ли она как-то вот на правую ногу здесь. Или отек у нее на правой ноге, что-то такое мучает ее правая нога сейчас. Может, упала неудачно или что-то. Она живет в трехкомнатной квартире? А тогда такой вопрос. У нее в голове трехкомнатная квартира или трехкомнатный дом. Это про что? Наследство? Ей как будто места мало. Ей хочется побольше. И она у нее в голове какой-то идет... Три комнаты. Она в голове держит эти три комнаты. Я не могу понять, это дом или квартира. У нее как будто хочется ей больше. Ей места мало. Места мало. У нее зал такой, знаешь? У нее светло-зеленые обои в зале. Такой серебристый, не серебристый, а бирюзовый, зеленоватый цвет обоев. В зале свет такой, приглушенный немножко, как одна лампочка, что ли, горит. Света все равно мало, как тусклый. У нее диван прям стоит близко к стенке. И ходит кто-то, ходит несколько человек, как дети или подростки. Как будто кто-то еще ходит по этой квартире. И она постоянно разговаривает. Есть какой-то фоновый шум в этой квартире. С кем-то разговоры она ведет, то ли телевизор включенный. Как на базаре. Как на базаре. Кто у нас Татьяна? Как она видит Любу? Ее отношение к Любе? Она за тобой наблюдает в интернете, в соцсетях. Ей интересна твоя жизнь, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Будет ли примирение Татьяны и Любы? Вы на расстоянии, вы не рядом. Ой, ой, ой. Знаешь, мне так хочется сказать, от таких родственников надо держать подальше. Прости. Вот я всегда говорю, как вижу. Так и хочется сказать, от таких родственников держись подальше. Вот как можно с таким человеком примириться, который тебе башню сносит? Как?
Ты понимаешь, через унижение, через вот подачу своего превосходства перед тобой, она так помириться хочет. Люб, ну ты меня, конечно, извини. Я так, вот я не смогла бы, это точно. Ну, это я. Вот ты должна к ней пойти просить у нее. Там, вот просить ее. Извини, прости, давай помиримся. Она тебе, вот видишь, сама ко мне пришла. Понимаешь, вот это вот, если тебе это надо, то примирения будет. И еще, она не поменяется никогда. Как говорится, знаешь, горбатого могилы исправит. Она не поменяется никогда. Я же говорю, с такими родственниками лучше держаться подальше. Она прям просит, нет, не знаешь, не просит, она просто представляет себя в голове, как ты к ней придешь, у тебя будут какие-то проблемы, ты к ней прибежишь и будешь просить ее о помощи, и она тогда скажет, вот, а ты и не хотела меня слушать, а прибежала ко мне, а как вспомнила, как плохо стало, про меня вспомнила. Понимаешь, это из той категории женщин, которая тебе припомнит. Да, припомнит прошлое, типа ты сейчас пришла, вот помнишь, а ты тогда меня не слушала, а я старшуха, типа я старше. Ангелы-хранители, покажите, пожалуйста. Так, Татьяна, правильно? Дайте. У нее старший есть сын? А что она его подговаривает, я не пойму. Она его подговаривает. Они со старшим сыном какие-то у них общие есть подговоры. Он мне сейчас говорит, передай ей. Она его о чем-то подговаривает. Будь аккуратнее, это старший сын у нее идет. Дайте. Померится ли Татьяна и Люба в 24-м году? В 25-м году, в 26-м году, в 27-м году. Ой, Господи. Не имется ей, да? Ей не имется. Духи ангелы-хранители, скажите мне, пожалуйста, может ли Татьяна... Может ли Татьяна на Любу делать какое-либо магическое воздействие? Покажите мне. Да. Это знаешь какое? Чтоб ты к ней пришла. Поэтому ты даже у меня здесь уже спрашиваешь. Помиримся мы с ней, будет у нас примирение. Она делает на тебя, чтоб ты вот так ночью спала. Чтоб тебя мучила совесть, и ты к ней сама пришла. Ты даже мне этот вопрос сегодня задала, потому что тебя совесть уже мучит. Она от тебя не отстанет. Она будет и дальше делать, чтобы ты к ней пришла. Ты можешь с ней помириться даже в этом году. Но имею в виду, что да, что она, да. Она старше, она тебя будет поучать. Она будет считать, что ты глупый, она лучше тебя знает все. Она такая, знаешь, шустрая, ей до всего есть дело. Понимаешь, ей до всего есть дело. Она как Фигаро там, Фигаро тут. Так, у тебя такая сестра прям вот по звонкам, по знакомствам. Позвонила, узнала. Понимаешь? Это ты живешь в размеренности, в дзене, в спокойствии, а у нее жизнь бурлит, понимаешь? Поэтому она бесит, ее бесит, что ты так живешь. Как будто тебе, знаешь, у тебя жизнь на 150 лет, а ей быстро надо успеть. В течение 10 лет, мне надо на 20-летку вообще расписана вся жизнь, понимаешь? Ей нужно успеть. Это все. У нее все в руках горит, надо все быстро. Позвонил, приехал. У тебя деловая колбаса, прям сестра. Вопросы у меня закончились. Единственное, вот я слышала, как вы разговаривали с моим родственником. Он что?
Нет, он никого не хочет забрать. Мертвые никого не забирают. Нет. Когда хотят забрать, я об этом всегда говорю, не стесняюсь, как есть. Хотя многие медиумы об этом даже не говорят. Ну, я другой немножко медиум, и как есть, так все и говорю. Поэтому никто никого забирать не собирается, там никому вы не нужны. Вы здесь свою жизнь отрегулируете, хорошо? Чтобы было все у вас хорошо. Я вам желаю счастья, Люба, удачи. Я не знаю, исполнение всех желаний, пусть в личной жизни повезет. И чтобы с сестрой тоже все наладилось, все-таки я родная кровь. Ну, такой тоже бывает, видите, такой тоже бывает. Не у всех всегда хорошо, да, в семье. Такой тоже бывает. Это уже наше время, это уже норма та же. Ну, вот как-то так. Это жизнь. Это просто жизнь. Вам всего хорошего. Берегите себя. До свидания. Спасибо большое. Я безмерно благодарна вам. Спасибо. Все, что я сказала... все, что я сказала, вы потом можете зайти и посмотреть на канале, кстати. Я не знаю, будет вас слышно или нет, но вы... мне даже иногда интересно, кто-то слышит, нет? Может быть, записывает все-таки звук, улавливается, может быть, какая-то... Вот как я слышу, кто-то интересно слышит так же или нет? Мне всегда это интересно. Никаких помех, шумов, ничего такого нету, не слышите? Нет, я имею в виду как мертвые. Почему я их слышу? И мне всегда интересно, другие их слышат или нет. Не слышно. Так, все, кто мертвые, пришли. Владимиру обязательно свечку за упокой. Я не знаю, кто еще вначале приходил, я не помню уже просто. Тоже всем, все, кто пришли, свечку за упокой в церкви, хорошо? Хорошо. Все. Удачи, всего хорошего. Спасибо. Целую, до свидания. Так, все. Ой. Да, тебе тоже можно уходить, Владимир. Можно уходить уже.